Аюшки, друзья, с вами Стил Про, и сегодня я покажу вам карту телефона для Майнкрафта Pocket Edition. Что ж, эта карта выглядит на большой, просто огроменный телефон ваш Майнкрафт Pocket Edition, да. Опять же, эта карта была сделана далеко мною. Что ж, во-первых, вы видите всем знакомую кнопку, которая приводит нам выбор приложений. Это кнопка возвращения домой, и это кнопка просто возвращения куда-то там, туда, куда вам надо. Здесь также есть такое 3D-приложение ВКонтакте, о котором все знают, кнопка. Ой-ой-ой, я нечаянно что-то там сломал, но давайте мы это установим. Для этого нам понадобится взять черную шерсть. Да, такое ощущение, как будто рассказывают что-то, как будто нам что-то нужно делать. Что ж, вот эта кнопка переводит нас в главное меню, наверное, вы знаете. И вот такой значок, которым, с помощью которого сможете звонить друзьям. Но в нашем Майнкрафте вы сделать это не сможете, потому что у нас нет, к сожалению, командных блоков. Это у нас интерфейс нашего телефона. Здесь нам показывают, сколько у нас батареи осталось, и здесь нам показывают, сколько у нас сейчас время. Наверху это просто декор, на который вы можете просто-напросто не обращать внимания. Ну или можете обратить внимание и сами доделать. Сзади у нас просто целиком золотая крышка. И здесь есть камера, вот такая черная камера. И название нашего телефона МТС. А также внизу есть вот такой большой просто огроменный динамик. Ну и, конечно, справа есть кнопки, которые отвечают за прибавление громкости и за разблокировку. Вот эта кнопка, это у нас громкость, а это у нас разблокировка. Что ж, это просто очень большой телефон, за который, надеюсь, я заслужил лайк. Сверху также есть отверстие для зарядки и для наушников. Ну что ж, на этом все. Ставьте лайки и подписывайтесь на канал.